то, что начинаем дома, это хорошо, очень хорошо, потому что это интерес. Тем более чемпион страны, народная команда «Спартак», две игры подряд с грандами нашими начинаем все. Календарь как календарь, да, играть придется со всеми. С моей точки зрения, что начинать чемпионат, допустим, с ЦСКА и «Спартак», это даже лучше. Почему? Потому что команды только вкатываются в чемпионат. Для зрителей очень интересно, понятно будет, что начинать чемпион страны премьер-лиги и чемпион страны ФНЛ. Все сравнится и возможности, все. Для зрителя очень интересно будет прежде всего. Ажиотаж, естественно, будет все. И поэтому здесь вначале, мне кажется, даже лучше, что вначале сыграть с грандами, а потом уже командами, которые немножко по своему статусу и по уровню мастерства немножко ниже. Все. Ничего страшного в этом я не вижу. Наоборот, для зрителя интересно будет.